Слабенький пигматит. Ну это кварц. Кварц шестоватый. Кварц катанный. Ну вот самый камень для меня вот этот интересный, этот. Видите, такой вот червячок здесь. Все ж таки это пигматит. А здесь слюдка какая-то. А здесь мытьна, не видно что. Сверху откуда-то скинула. Ну вот, чтобы вам знать, вот пигматит, он рассыпается со временем. Зима-лето, влага. Вот это вот осколки, ну, крошка, вернее, пигматитовая. Вот от этого будем греть, вот. Возможно, где-то здесь жилка. Сверху разбрасывает его, значит где-то он там. Она и есть. Возможно. Ну да, пигматит здесь. Жилка пигматитовая. Похоже, этот шерл. Ну вот точно шерл. Бабки, не ходи. Тоже, ну, подобную на другом карьере я видел, там еще берил встречался. Север, это я о той говорю, Саша. Вот тоже тут шерлик. Шпат. Вот такой, ребята, шпат желтоватый в сибирячке. Там и турмалин. Надо было взять с собой, вниз спускаться. Вот это шерл сидит в шпате. Пигматитовая жила. Слюдка какая-то идет, но шерла до хрена. Лепидолита только не вижу, такого фиолетового. Уголь шерла.
рассыпается, конечно, куда его. На фотографии только. Только на фотку. Да. Уж. Шпатом, шпате берел сидит. Тут здесь тоже в угле вроде.